Всем привет, с вами Квина, мы проходим Ведьмака. Игру Ведьмака, игру про Ведьмака, третью уже в серии игр, ну, с большой-большой историей, миром и кучей книжек, которых неплохо бы знать, когда начинаешь играть в эту игру. Вот, сегодня мы займемся квестом «Распутывая клубок». Значит, в обрезках, нищем квартал Новиграде, кстати, там, где живет Трис. Ведьмак получил задание покончить с чудовищем, жестоко убивающим людей по ночам. Геральт и не подозревал, что история, начавшаяся в трущобах, придет его роскошный особняк. Вот интересно. Вот, а потом мы еще с Трис поговорим, и все еще займемся квестом с колдуном. Прикольно. Но мы сейчас будем распутывать клубок и узнаем, что за чудовище жестоко убивает людей по ночам. Какой-то вампир. Так, нам куда идти, надо глянуть. Да, Трис живет в обрезках. Мы знаем, узнаем, где эти обрезки. Блин, туда переться и переться. Никаких тебе... А что-то мы здесь не были, да? Ну вот мы везде прямо здесь не были, но можем пробежать здесь или там. О, кстати, здесь квест какой-то. Ой-ой-ой, там квест, а? Там квест. Что делать? Придется идти в обходной дорогой. Значит, идем сейчас к воротам, потом вот к квесту. Потом вот трым-трым-трым. Вообще можно лошадь вызвать, потому что похоже путь нас ждет не близкий, конечно, не сильно такой не близкий. Ой, плотва, где ты там прям прятался? О, сейчас посмотрим, какое у нее обмундирование прикольное, да? Посмотрите, у нее новое нильфгаардское всякое украшение, очень подходит нам под броньку, под одежду. Ой, в общем, я прям довольна нашей. Тут комплектиком красивым. Так, и как все сочетается друг с другом. Так, я хочу... Почему-то трофеи на нем не видно, да? Может, другой повесим, который тоже шанс отрубить конечность не хочу. Вот. Ну-ка. Ну, не видно, что я ведьмак. О, вот это другое дело. Так. Дегенерация, упадок традиций. Блин, а куда нам все-таки скакать? Направо или налево? Не туда и не сюда. Значит, нам вот сюда сначала, да? Погоди, плотва. Ворота нам сначала надо найти. Но! То, знаете, как иностранец в чужом городе. Боже мой, посмотрите, здесь болтаются эти помпончики. Вы видели сзади? Боже мой, как роста. А вон хвост продет в колечко. У него наверняка есть собственное название. Блин. Кстати, не описуем. Так вот, иностранец в чужом городе, конечно, с трудом находит, куда идти. Хорошо, что у нас есть местный GPS, это карта. Блин, как все красиво и нарядно. Я думаю, это самая лучшая броня в игру. Вряд ли что-то лучше найду. Будем ходить. Ну, я не имею в виду броня для лошади. Ну, то есть обмундирование. Так, ну что, плотва? Давай. Тут, мне кажется, сюда, да? А на платформу нельзя надеяться, да. Аврыла. Аврыла себе дай. Это сделать невозможно, ускориться, да? Ладно. Ну что, узнаем. Ой, выходи на бой. Блин, это было сохраниться. Опять ты? А тебе не хватит? Синяки на заднице уже отцвели? Выходи, говорю. В этот раз я верх возьму. Я уже упражнялся со щитом и соломенным чучелом. Гляди же, когда я сохранялась в последний раз? Не прими внимание, что я тебя предупреждал. Ну давай, сдавай зачет. Чему научился? Ну давай. Ты же меня не убьешь? Я хочу ему проиграть. Посмотреть, что будет в этом случае. Просто моя смерть или какая-то картинка? Просто смерть. Неинтересно. Интересно, в прошлый раз, если вот так ему подчинить, ну, проиграть,
так бы это закончилось? Так же или какая-то была другая вариация? Синяки на заднице уже отцвели? Выходи, говорю. В этот раз я верх возьму. Я уже упражнялся со щитом и соломенным чучелом. Гляди же и прими во внимание, что я тебя предупреждал. Забавное такое. У меня нет времени давать тебе еще один урок фехтования. В этот раз урок преподам тебе я. Ну ладно. Ну что, хватит с тебя? Нахально. Да, но в следующий раз. Возвращайся к деве Ягодке, пока я не передумал и не пересчитал тебе все кости. Мы еще встретимся. Это достойно уважения, да? Его упорство. Так, ладно. Ну что ж, теперь идем через мостик к красивой местности. Кому мы там идем? С управляющим, который жалуется на то, что ночью людей убивают. Ты иди, ты что не видишь, что ведьмак ходит, плачет. Блин, там какой-то квест. Так, так, так. В важном деле я готов помочь в важном деле. Чего надо? Я Ростом Букс. Мне нужна помощь в очень важном деле. Что за важное дело? Я прибыл сюда по делам. К сожалению, на другой стороне реки, на том конце моста, на меня совершили нападение. Я засветил грабителю по башке бутылкой благородного краснолюдского напитка. Благородный краснолюдский напиток. Смешно. В чем дело? Коротко и ясно. Вор сбежал с моими бумагами. Очень важными бумагами. И мне бы хотелось, чтобы ты мне их вернул. За даром я тебе помогать не стану. Это-то я знаю. С тех пор, как мир ведьмак за даром еще пальцем не пошевелил. У меня в подошвах сапог спрятаны... Пахнут, наверное. Кровь. Ням-ням просто. Я их тебе отдам в обмен на документы. Посмотрю, что удастся сделать. Эй! Курьерская доставка. О, так. Последняя моя. Новое задание. Задавка, блин. Так, задание. Дополнительное распутывая клубок. Курьерская доставка, уровень 2. Вообще плохо. Но мы поможем парню. Так, там бочки интересно. Рабочие, кстати, что там у нас? Отправиться на место нападения на Мукса и осмотреться, используя ведьмачье чертье. А далеко? На другой стороне. Так, мы можем сюда проскакать, да? Ой, тут прям мы заодно вот это решим вопрос. Давайте сплаваем. Там наверняка что-то сладенькое есть. Я только надеюсь, что там нету врагов. Так, цветочки. Эссенция элементаля. Окей. Может быть, ее можно использовать в чем-нибудь. Так, блин. Подплывай к этому. Рыбки. Эу. Выныривать. Ларены. Так. И вот этот. Гамбизон, ремонтная. Пустая бутылка, флорена. Выныриваем. Ладно, поплыли. Трин. Сейчас посмотрим, что за барахло мы там набрали. Классно, что рыбки плавают. Или что вот, чего не хватает, так это, чтобы лодочки плавали еще. Вообще живой пейзаж. Так. Ой, страшно подумать, что мы там набрали. Броня бригантины из Бельхавена. 134 здоровья с предельно колющим, ударным, рубящим. Шанс отразить урон. Это интересно, я такого даже не видела. Очень, очень модненько.
Так, цидарийского кавалериста. Ой, фу, мне не нравится. Так, это у нас было, вообще мне не нравится. Это что? Броня тоже мне не нравится. Вот это разбойника нет. Нет, отдадим все нафиг. Тут все к ерунда. Фу, набрали. Продать теперь надо. Так, а тут монеток набрали. Кожу. Ладно, ну что, прибарахлились. Ну, конечно, самая лучшая броня пока что на нас надета. Так. Эй-эй-эй! Коняшка! Смотри, переплыла. А ты моя нарядненькая. Ой, ты моя красоточка. Ну, мы приехали уже, да? Так. Что-то я разбежалась совсем. Ничто так не воняет, как самогон. А вот и бутылка. По запаху бы мы здесь напали. С помощью ведьмачного тетья найти того, кто напал. Интересно, далеко ли придется идти? Эльфская кровь, а? Да не эльфская у меня кровь, я просто ведьмак. Так. Что-то запах теряется. Так, в кусты, возле кустов солдаты. Так, мешок. Космо, у тебя белые, как у сына мельника. А у мельника сына чего? Космо белое. Весло полезно. Так что в корчме не безобразничай. Так, здесь кочма есть. Так, а мы не были сволочь вообще? Мы здесь... Не, мы здесь были, семь котов, да. Даже с девушкой играли. Так, а если вот так? Только воды полезно. Так, цветочек. Цветочек, ты мне знакомый цветочек? Переступень, не помню такого. Так, идем дальше искать. Котики. Почему у вас такие странные глаза? Потому что я немножко котик. Издеваешь, а? Устал, понятно. Серебро свистнули. Ой, господи, ну ты меня напугал. Так, куда же дальше ведет нас тропа воровства? Блин, здесь мы уже были, смотрели. О, блин, я не вижу. Блин, серьезно? Где ясно? Так. Запах. Ага, в корчму я таки думала, что они просто так стоят здесь. Нет, а, к этому мужику, да? Отдавай документы, вор. Я вор? Я же их честно выиграл в карты. Мукс говорит, что на него напали. Он проиграл, да? Потребовал бумаги назад. А когда я отказался, так засадил мне бутылкой по башке, что я едва убежал. Так и думала, что не все просто. Раз уж ты играл на них в карты, может, сыграешь еще раз? Удача, надо полагать, все еще на твоей стороне. То есть, наверное, вырубит каких-нибудь монстров, выставит. Так. Нелюгард, ну ладно. Чучела, если у меня есть что-то. Дракон ушел от удара мягким, ловким, полным грацией поворотом. Казнь, ясно. Неплохо. Та-ра-да-да-да-да-дам. Рукопашный у нас ты, да? Зачем мне ты? Ладно, давайте этого парня поменяем, подумаем. Ага, хорошая карта.
Я вообще думаю, что погода мне не нужна. Наверное. Ставим эту. Эту чучело зачем-то ставили, я не знаю зачем. Ну, посмотрим, может пригодится. Дракона свистнем. Так, кто у нас есть пробафаться? А, блин, первый ряд. Ладно, поставим этого парня в первый ряд. Что у него интересно? 5. Ладно. Пэм-пэм-пэм-пэм. Прикольно. Вот когда нам чучело понадобится. На 46. Вот это ясно. Так. Так. Теперь можно дракона ставить. Ладно, теперь можем, значит, воскресить парня, если что. Мы все равно выиграли. Ну, это еще, конечно, вопрос. А воскрешать неким. Печально. На карту, что вам сказать. У меня вся остальная погода тоже есть, не переживай, Нильгард. Может, у него есть ясная погода? Победит тут у кого больше карт. Странный бой. Я выиграл. Да, я вижу. Выиграл, так забирай бумаги. Чтобы мне потом никто не говорил, что я порядка не знаю. Ни слова плохого о тебе не скажу.
Ну, выиграли. Мы могли его заставить, но ведь выиграть приятнее. Особенно если... Так, что у вас есть на продаже, девушка? Может, карты? Добро пожаловать в семь котов. Самый удачный. Говорят, даже похмель... Что можно поесть? Карт нету. Подожди. Ой, ладно. Прощай. Думала продать я секуру, но ну ладно. Так. На выход с вещами. Здесь есть перемещалка. Или сейчас взглянем, куда нам бежать. Нам вернуться к этому парню, который нам наврал. Ну, это будет лучше сделать на... Чуть не сказал на коте. На лошади. Эй, лошадка! Я подумала просто, а вдруг мне дадут карту какую-нибудь за то, что я победила, но не дали. Сказали, ну вас нафиг. Странно, что уровень второй, в Новиграде второго уровня ты не доберешься точно. Ну, хотя бы 10-й, 11-й. А квест 10 уровня. Ой, второго. Специально, чтобы мы опыт не получали. Приглядывай, приглядывай. Так. Удержи. Ну, что здесь интересно такое мне? Ну, все. Идите своей дорогой. Что это напишите мне, интересно. А? Ну и? Я нашел грабителя, который забрал твои документы. Не может быть. Идем к нему. Ты его прижмешь, а я заберу свое. Блин, интересно, Ой. Документы можно его почитать? Этот человек утверждает, что не нападал на тебя. Он говорит, даже что ты проиграл свои бумаги в карты. Бессовестный тип. Ах, тетка Розалия всегда говорила, что на лжи далеко не уедешь. Это ну-ка, бумаги признавайся. Моего начальника. Свидетельство о собственности на каменный дом Венгерберге. Что-то меня немного занесло, я напился и, правда, проиграл их в карты. А потом разбил бутылку о голову победителя. А что было делать, если он не хотел отдавать их добро? А потом эта сволочь вытащила оружие, и я убежал. Только без этих документов мне домой никак нельзя. Вот, теперь плати. Заплачу, конечно, как же иначе. Отдам все, что осталось. Ну что, задание мы сделали. Получим 5 опыта, наверное. Эй! Так. Очки опыта, да, получено 5. Кроны 20. Ну, вообще красота. Так, нужно нам... Что это такое впереди? Мельница какая-то. Подозрительный тип. Здесь я еду, понял? Отдохни. Интересно, а здесь что? Стоит такой? Ну что, там пишут, что здесь? Приводите детей в школу карапузов Мирабелла. Здесь они научатся читать и писать и уважать богов. Обучение бесплатное, но мы принимаем пожертвования. Наша школа существует благодаря вашей щедрости. Интересно. Ой. Мы здесь бродяг не любим. Я по поводу объявления. Говорят, вам тут надо избавиться от какого-то чудища. Ой, я туда, куда надо, приехала. А, да. Надзиратель Лунд объявление повесил. Какая-то бестия рыщет по пригородам и убивает людей. Как стемнеет, из дома выйти страшно. Я хотел бы поговорить с надзирателем. А он просителей не принимает. А чем он занимается-то? Раздает нищебродам муку и крупу. По поручению городских властей. Знамо не лично. У него для этого люди есть. А сам-то он... Что? Надзирает. Вот именно. Лежит, брюхо чешет, наверное. Я, пожалуй, займусь этим чудищем. Ты лучше поспеши. Кто-то за него уже взялся. Да. А кто принял заказ? Да я не видел. Мне только сказали, что нашелся кто-то.
Кто-нибудь видел чудовище своими глазами? Нет, мы только тела находили. Бестия всегда появляется ночью. Нападает только на одиночек. Когда нашли последнюю жертву? Вчера ночью. Уберта убили. Он нищий, но человек порядочный. Я позволял ему время от времени ночевать под навесом. Вон там, справа. Евстахий тело еще не забрал. Где я его нашел, там оно и лежит. Прощай. Так, тут надо квест пометить. Это у нас на скеллиге написано. Так. Вот оно. Ну что ж, закончим на этом. Зачему? Потому что в следующей серии будет еще интереснее, чем же закончилась история, кого нашел Геральт, кто оказался таинственным убийцей, или не оказался, или что это было. Я не знаю, к чему это нас приведет, но пока что очень интересно. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, пока-пока. И не забывайте заходить в группу ВКонтакте. Всем пока. Я думаю, может, поэкспериментируем сегодня.